Как работает мусоросжигающий завод? Как правило, сюда привозят отходы, которые уже нельзя переработать и пустить в дело. Все мусоровозы по приезде обязательно проходят контроль. Мусор здесь – это топливо, и он весь должен быть взвешен и учтен. Только потом машины разгружаются в специальном бункере. При этом на современных заводах мусороприемник – это изолированное помещение со своей вентиляцией, так что в других отсеках совсем не пахнет. Тут мусор еще раз перебирают большими ковшами, чтобы найти и раздробить какие-то крупные куски. И вся куча потихоньку перемещается в загрузочный отсек, чтобы оттуда равномерно поступить в топку. Сжигается мусор на специальных колосниковых решетках. Они все время движутся, а температура в топке превышает 1200 градусов, так что отходы прогорают до мельчайших фрагментов. Горячий дым помогает нагреть пар, а пар поступает в турбины, которые и вырабатывают электроэнергию. Потом дым тщательно фильтруется, а остатки сгоревшего мусора, так называемый шлак, можно использовать в строительстве. Вот такая безотходная система.